Около 2 месяцев назад в отдел полиции номер 1 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону стали обращаться граждане с заявлением о том, что одно из ростовских агентств недвижимости проводит в отношении них мошеннические действия, то есть обманывает их мошенническим путем. В результате проверки стало известно, что данное агентство недвижимости размещало через сеть интернет-объявления о аренде квартир. Причем цена, указанная в объявлении, была гораздо ниже рыночной. В результате у фирмы от клиентов не было отбоя. Но после того, как фирма заключала договор с клиентом и брала с него некоторую сумму задатка, в результате выяснялось, что никакой квартиры не существует. В настоящее время от действий данной фирмы пострадало около 40 человек. Это те, которые обратились заявлением в отдел полиции. Возможно, в результате проверки их станет намного больше. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.